Добрый день всем. Сегодня я хочу снять короткое видео, чтобы показать вам разницу между Yellow Long Neck, желтой длинной шеей, и Golden Rainbow. Так, значит, в интернете давно ведутся разговоры, синонимы это или не синонимы. Некоторые склонны считать, что это синонимы. Некоторые говорят, что это разные сорта. Оба сорта, Yellow Long Neck и Golden Rainbow, я покупала у Ромео из Америки. И он считает, что сорта разные. Вот давайте посмотрим. Это Yellow Long Neck. Посмотрите. Вот часть плодоножки, светло-зеленая, затем переходит в шею. Вот видите, какая утолщенная шея. И затем этот мяч самого инжира, фиглета. Видите, то есть ярко выраженная плодоножка, и затем идет шея. Вот. И переходим на Golden Rainbow. Хорошо, что они у меня рядом тут стоят. Вот плод, смотрите. Длинная тонкая плодоножка и никакой шеи. Вот. Плодоножка сразу переходит в плод. Вот смотрите, вот на зеленом плодоножка и сразу идет плод. Вот вам наглядная разница по форме плодов. Листья тоже немного все-таки отличаются. Вроде бы как сходны по пластине, столько же зазубрин здесь. Вот. И тем не менее отличаются. Как-то отличаются по фактуре, что ли. Ну вот я вижу разницу. И дальше я вам покажу. Так как у меня три экземпляра Golden Rainbow, то я вам покажу дальше спелые плоды, сборки вот спелых плодов. Ну вот видите, листья все-таки отличаются. И он такой более шершавый лист по фактуре, более шершавый. Больше сходит к черной мадейре, к сиси по структуре листа. Ну, как видите, я разницу вижу. И я считаю, что это разные сорта. Я знаю, что Golden Rainbow и Golden Riverside Бена – это синонимы. Ну, а шар, видите, Golden Rainbow, желтая радуга, или некоторые называют шар, золотистый шар. Видите, он просто крепится на плодоножке, без всяких шеи. Надеюсь, вы это увидели на видео. Дальше посмотрите видео о спелых плодах. Это очень ранний сорт. Он у меня второй в этом году по созреванию плодов после Джелли Тайгера. Значит, первым начал созревать Джелли Тайгер. 28 мая я уже рыбу поела с него. И причем этот контейнер не стоял на веранде. Он стоял у меня в тепличке, которая необогреваемая, чисто там один слой пленки. Вот, и тем не менее, созрел 28 мая, уже созрела бреба. И основной урожай постепенно тоже зреет довольно ранний. Видите, вот это тоже на стадии сбора уже скоро будет. Вот, а Golden Rainbow на втором месте у меня по ранности созревания. Так что рекомендую сорт. Хотя, вы знаете, он больше для украшения, я бы сказала. Ну, красивые плоды. Большие, огромные, желтые шары такие золотистые. А вкус у него, как Клементи говорит, приятный, инжирный, освежающий. То есть я не вижу ни ягодных ноток, не сказала бы, что прям медовый, медовый сахаристый. Но нормальный, сочный, освежающий инжир. Вот, то есть те, кто хотят изысков во вкусе, то, может быть, это не ваш сорт. А те, кто гонится за количеством и за тем, чтобы побыстрее это вызрело, то сорт рекомендую.